Всем привет, с вами Елена, и мы на канале «Эконом с нами». Друзья, я приношу свои извинения за то, что долго не выходила в эфир. Я очень серьезно приболела. Вот сейчас я в строю и начинаем снова с вами ходить по магазинам. Сегодня предлагаю вам посетить магазин «Маяк», который находится в северо-западном районе города Чебоксары по адресу Ядринское шоссе, дом 3. Это здание бывшего завода «Контур», для тех, кто не знает. За 2 недели новинок накопилось очень много, поэтому устраивайтесь поудобнее. Будем знакомиться с новинками. Сегодня я вас познакомлю с новинками в промышленных товарах и хозяйственных, а завтра будет выпуск с новинками по продуктам. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Друзья, посмотрите, появилось много туалетной воды. Дешевой, естественно. Вот, ну, здесь останавливаться не буду, просто вот имейте в виду, что за 300 рублей, за 150 даже можно купить дешевую туалетную воду. А завезли еще много товаров к Новому году, несколько вам вариантов покажу. Вот такие елочные шары, 6 шаров по 6 сантиметров, они из пластика, изготовлены в Китае. Цена 199,90, ну, то есть 200 рублей. Вот такой набор. 4 шара по 10 сантиметров в диаметре, 190 рублей, только красный цвет. Вот такой набор шаров, 6 сантиметров в диаметре, 6 шаров за 120 рублей. Вот такие красивые шары с мишурой внутри, 6 шаров, 337 рублей. Тут есть товары, которые я вам показывала уже. Ну, вот так напомню, 155 рублей такой набор стоит. Звезда стоит 108 рублей. Электрическая звезда, наконечник. Такой интересный светильник из медной проволоки с дистанционным управлением. Теплый свет. 495 рублей. Вот такая гирлянда. Нить, темная нить. Разноцветный свет. 100 LED-светильников. Подходит для дома и для улицы. 239 рублей. Длина 10 метров. Такие же светофоры я вам показывала. Сейчас они здесь появились. Еще одна гирлянда, она называется «Дождик». Здесь прозрачный медный провод с контроллером. 220 ватт. Длина 3 метра, высота 1 метр. Прозрачный провод. 620 рублей. Мишура 2 метра длина. Цена 48 рублей. Есть разные цвета. Друзья, какие хорошие елки. В том году были не такие качественные. В этом году качество замечательное у елочек. Они такие пушистые, красивые. Посмотрите. Сейчас я вас с ценами познакомлю. Вот эта елочка с ягодами. Она здесь единственная, которая с ягодками и с шишечками. Высота ее 120 сантиметров. И цена 1462 рубля. Это неплохая цена, очень даже хорошая, я бы сказала. Ну, в смысле, недорогая. Обычная елка, 150 сантиметров высота, цена 1630 рублей. Это вот такие вот обычные елки. Вот эта елочка с шишками, тоже 150 сантиметров высота. И она, видите, приснежная. Ее цена 2290 рублей. Это дешево, друзья. Еще она очень качественная. Я вижу, что качественная. Я в том году в «Маяке» покупала, но она была не такая пушистая. И я считала, что это хорошая цена. Тогда я покупала, по-моему, за 1400, метр 50, не помню. Ну, в общем, это недорого. А вот есть и большая елка 180 сантиметров. И она стоит 3280 рублей. Еще такая же, вот она посередине, да, вот сейчас видно ее. 150 сантиметров, ее цена 2100 рублей. Игрушка новогодняя, елочная, то есть можно ее повесить. Она с колокольчиком. 73 рубля. Есть Дед Морозы, есть олени. Вот такой новогодний ободочек за 70 рублей. Есть вот такие олени, есть белые олени, есть снеговики. Светильник светодиодный, елочка, высота 29,5 сантиметров, стоит 210 рублей. Сейчас я вам покажу характеристики. Если кому интересно, нажимайте на паузу и смотрите. Подарочный набор от Камей. В наборе мусс для душа 200 мл и дезодорант аэрозольный спрей 150 мл. Цена набора 155 рублей. Друзья, товаров очень много, поэтому я буду показывать только новинки. В последние вот выпуски, посмотрите на плейлисте по магазину «Маяк», там очень много больших выпусков. Весь ассортимент я осветила. Вот этот дезодорант «Дав» я вам показывала. Он стоит 110 рублей за 150 мл. «Дав» — прикосновение природы. А сейчас появился «Дав»
Нежность пудры здесь тоже 150 мл и стоит он 108 рублей. Спрей для волос «Маленькая фея» 150 мл за 67 рублей. Дезодорант аэрозольный Rexona Deo Защита «Невидимый эффект» за 96 рублей 150 мл. И есть еще вот такой, я так понимаю, это мужской, наверное. Да, это мужской дезодорант. Он стоит 95 рублей, 150 мл. Лак для волос Лондо Тренд ультрасильной фиксации 250 мл за 180 рублей. Шампунь «Маленькая фея». Нежный шампунь для силы и блеска волос. 240 мл за 77 рублей. Вот это средство 2 в 1. Шампунь и гель для душа. Old Spice. Капитан. 400 мл за 205 рублей. Как всегда, огромное количество порошков стиральных, гелей для душа, кондиционеров. Но это я все показывала в больших выпусках, поэтому останавливаться сегодня на этом не буду. Как я уже не раз говорила, очень много чистящих средств от компании Grass. Если новинки будут, то я обязательно вам покажу. Чистящие средства Сив появились новые. Вот этот универсальный, ультрагигиена. Убивает 99% микробов и вирусов, удаляет 100% грязи. Не содержит хлор, антибактериальный. 125 рублей за 500 мл с курочком-распрыскивателем. Также от Сив есть средство антиналет для ванны, подходит для акрила и душевых кабин. Дает 100% блеск и сияние. За 500 мл 135 рублей. Вот и же новинка, давно не было в продаже. Силит, средство для удаления налета и ржавчины. 450 мл 61 рубль. Кто пробовал, кто может рассказать об эффективности, пишите в комментариях. Вот еще новинка Сив. Для стекол и зеркал ультраблеск. Дает 100% сияние без разводов, без резкого запаха и вредных паров. 500 мл за 135 рублей. Вот новиночка появилась. Крем-блеск черный Homex. 60 мл за 40 рублей. Губка для обуви Homex Джеко бесцветная. 28 рублей. Есть вот бесцветная, есть еще и черная. Универсальная паста для очистки рук. Lover. 500 мл за 100 рублей. Против сильных загрязнений эта паста со скраб-эффектом. Бережно очищает руки от сложных технических загрязнений, масел, смазок, битумов и прочих. Натуральные скраб-компоненты, входящий в состав, обеспечивают полное и глубокое очищение рук, не травмируя кожу. Паста отлично мылится и легко смывается проточной водой. Не оставляет липкости на руках после использования. Обладает приятным ароматом. Это, мне кажется, такой мужской больше вариант. Для тех, кто работает с такими средствами загрязняющими. Новиночка. Лампа светодиодная Старт 20 Вт. Сток Олье 27. Цена 55 рублей. Светодиодная лампа Эра 15 Вт. Сток Олье 27. 60 рублей. Вот новиночка. Светильник светодиодный Эра. Срок службы 50 тысяч часов. Мощность 5 Вт. Цена 187 рублей. Вот такой светильник. Вот такой светильничек. Прожектор светодиодный Старт. Мощность 50 Вт. Цена 360 рублей. Вот я вам показываю. С лицевой стороны, с обратной стороны. Производство, конечно же, Китай. Вот такой большой светильник я нашла. Светодиодный Эра. 32 Вт. Размера 595 на 595 сантиметров. Высота 40 сантиметров. Цену вам покажу. И вот характеристики здесь видно. Я просто в них не сильна, в этих характеристиках не разбираюсь. Друзья, в прошлый раз забыла вам показать пылесос. В продаже появился пылесос Home Element. Это китайский производитель. Цена 3100 рублей. Он без мешка для пыли, потому что вот сюда собирается пыль. Циклон, максимальная мощность всасывания, сборная пластиковая труба. Максимальная мощность 1800 Вт. Вот такой красивый чайник появился в продаже от Home Element, тоже китайский производитель. Закрытый нагревательный элемент, эффект термоса у этого чайника есть, надо же. Корпус из нержавеющей стали, написано. Вот здесь пластик, я вижу. Так, внутри, видимо, нержавеющая сталь. Да, внутри нержавеющая сталь, а здесь пластик. В принципе, очень красиво выглядит.
мощность 1800 ватт и объем 2 литра, 756 рублей. Вы знаете, цвет, я думаю, цвета есть разные. Вот здесь, допустим, сиреневый показан, здесь бордовый. Я думаю, что цвет можно выбрать. Друзья, здесь вполне можно выбрать подарок на Новый год. Я просто все, конечно, не смогу показать. Вот эту вот машинку для стрижки я уже вам показывала. Ее цена 580 рублей. Машинка для стрижки Дельта. Есть поменьше машинка для стрижки Люми. Это тоже китайский производитель. 570 рублей. Лезвие из нержавеющей стали. До 45 минут работы от батареи. Мощность 3 ватт. Есть фен электрический Ирит. Мощность 2000 ватт. Неплохая мощность. Две скорости и три температурных режима. 630 рублей цена. От этого же китайского производителя щипцы для волос электрические. Мощность 40 ватт. Рабочее напряжение 240 вольт. Они спиральные, видите какие. Цена 400 рублей. Вот, наверное, интересная новиночка от компании Start. Это электрический диспенсер для питьевой воды. Аккумуляторная помпа для бутилированной воды. Цена 360 рублей. Смотрите. Вот так вот применяется эта помпа. Изготовлена из АБС пластика и нержавеющей стали. Аккумулятор 1200 микроампер в час, мощность 4 ватта, время зарядки 3-4 часа. Зарядка через USB кабель, вот вход. Длина шланга 50 сантиметров, длина крана 12 сантиметров, температура воды не более 55 градусов. Вот этот коврик я вам показывала, но решила напомнить в преддверии Нового года, может кому-то будет интересно на подарок. Коврик акупунктурный Нирвана, стоит 905 рублей, китайское производство. Вот такие здесь, как это называлось раньше, как игольчатые коврики. Аппликаторы это называется, вот нарисован большой аппликатор. 230 аппликаторов на коврике, 27 игл на каждом аппликаторе, размер 67 сантиметров, 6210 игл для эффективного массажа и 100% хлопок используется. Коврик сам 100% хлопок. Цену забыла сказать, да? 905 рублей. Вот тоже новиночка. Массажер для тела ручной за 100 рублей, изготовлен из пластика. Улучшает качество и упругость кожи, подтягивает мышцы, корректирует изгибы тела, устраняет усталость, головные боли, мышечные спазмы. Подходит для профилактики и лечения целлюлита. Сочетается с любыми косметическими средствами для тела. Новые преддверные коврики появились в продаже. Букле называется, размер 67 на 67 сантиметров на латексной основе, то есть прорезиненные коврики. Состав 100% полиамид, цена 226 рублей. И я вот нашла, черный цвет есть и бордовый. Друзья, как всегда, в магазине огромное количество туалетной бумаги. Вот я показываю целый ряд. Ничего нового, в принципе, тут не появилось. Но всегда еще есть в продаже детские подгузники и взрослые подгузники. Ну вот, например, подгузники для взрослых, размер L, 30 штучек. 725 рублей. Детские трусики Хелен Харпера 12 до 18 килограмм, 46 штучек. Цена 389 рублей. Друзья, в этом магазине всегда очень много кормов для животных, наполнителей. Вот появилась новиночка. Лежаки тоже всегда есть в продаже. Вот появилась новиночка, мне кажется, очень интересная. Это сумка-переноска для животных. Здесь она закрывается на замочек. Здесь сеточка. Прочная, кстати, ручки. Здесь размеры видны. И цена 456 рублей. Вот такая лежанка для кошки. Размер 51-36 сантиметров, 217 рублей. Домик для животных разборный. Российского производства. Размер 36 на 38 сантиметров. Вот так он выглядит в собранном виде. Ткань бязь, хлопок. 100% и изолон. Изолон это, видимо, наполнитель, который внутри. Цена такого домика 539,90. Есть очень много товаров еще для садоводов, но это уже не актуально, я считаю, поэтому не уделяю этому внимания. Вот кому интересно, имейте в виду. Кстати, друзья, хочу еще раз напомнить, что магазин «Маяк» – это мой самый любимый «Маяк». Здесь цены бюджетные, как в светофоре. А площадь магазина 3000 квадратных метров. Вы представляете, сколько здесь товара? Здесь можно полдня ходить. Поэтому всем советую приезжать в этот магазин хотя бы каждую неделю или каждые две недели и закупаться здесь дешевыми товарами. Мы всегда так и делаем.
мой любимый контейнер для овощей. Я себе купила таких две штуки в фикс прайсе. Недавно, в последнем обзоре, кстати, покупок я показывала вам этот контейнер. Но здесь немножко поменьше объем. Здесь объем 8 литров. Вот так открывается крышечка. Вы знаете, очень удобно. Я дома храню в одном контейнере лук, в другом контейнере картошку под мойкой на кухне. Цена 151 рубль. Новый контейнер для обеда. Здесь два контейнера, 250 мл и 350 мл с ручками. Эти ручки одновременно являются и замочками. Сейчас посмотрим, как открывается. Берегите свое здоровье. Вот так. Смотрите. И вот два контейнера внутри, изготовленные из пищевого пластика. Очень красивенькие, аккуратненькие, мне нравится. Цена 135 рублей. Очень много пластиковых изделий, тазы, ванночки. Все это я показывала ранее. И вот новиночка. Это стойка на колесах. Три секции здесь. Размеры 50 на 14 на 75 сантиметров. То есть здесь повыше будет. Здесь стойки ставятся. И эта полочка будет повыше. Вот так она будет выглядеть. Слушайте, какая классная. Изготовлена она из пластика. Цена 897 рублей. Очень удобно для ванной, туалетной комнаты и на кухне. Вот у кого хрущевки есть, всегда остается место между холодильником и стеной, подоконником, да? Вот эти полки идеально туда подходят. В светофоре я вам показывала вот такую хлебницу, овальная хлебница. Но это не просто хлебница. Это 3 в 1, по-моему, здесь можно использовать как хлебницу, можно использовать как дуршлаг. Можно как салатник. Вот, смотрите, крышку убираем. Вот вам дуршлаг. А это вам салатник. Да притом еще и с крышкой. Смотрите, как удобно. И цена такого функционального гаджета всего лишь 123 рубля. Снова появился в продаже таз. Изготовлен из пластика и термопластичной резины. За счет термопластичной резины складывается здесь складной таз. Посмотрите, удобно хранить будет, экономит место при хранении. Так он будет выглядеть в сложенном виде. Цена 520 рублей, есть еще и в зеленом цвете. Друзья, в прошлом выпуске я вам показывала вот эту кастрюлю из нержавеющей стали. Это очень хорошее качество. Weber производится в Китае, но по немецкой технологии. Это такие, знаете, толстостенные кастрюли очень хорошего качества. Я показывала в прошлом выпуске. Это самый большой объем, 5 литров. А вот если привезли поменьше, я же предполагала, что скоро появится поменьше. Вот эта кастрюлька, объем 2,8 литра, но цены я, к сожалению, не нашла. А кружки для миксера, которые я показывала в своем обзоре покупок, говорила, что закончились, в Маяке нет. Посмотрите, есть они еще даже подешевле, 110 рублей, а я покупала за 119, 2 литра объема. Друзья, огромное количество посуды в магазине Маяк, все показать каждый раз нереально, поэтому я показываю только новинки. Сейчас обзором вот так вот напоминаю, что все даже не смогу обзором показать. Вот, очень красивая новинка, это сахарница, изготовлена она из цветного стекла. Пинк, ну это розовый цвет, в переводе пинк это розовый цвет. Диаметр 12 сантиметров, объем 260 миллилитров, цена 139,90. Крышечка открывается. Вот такая красота. Друзья, в прошлом выпуске я вам показывала вот такой набор для торта. Изготовлено из фарфора. Блюдо 27 сантиметров в диаметре и лопаточка фарфоровая. Тогда я не знала цену, вот сейчас я цену узнала. 355 рублей – это цена на уровне прошлого года. Вы знаете, даже до подорожания, наверное. После подорожания они стоили 400 с лишним рублей в Маяке. То есть это вот первоначальная цена, по которой я первый раз увидела их в Маяке. То есть это недорого. В посудоцентре такие продаются рублей за 600, за 700. Новые сковороды появились в продаже. Как меня это радует. Я люблю все такое новенькое, красивое. А вот это сковорода из литого алюминия с антипригарным покрытием. Ручки бакелитовые, пластиковые ручки. Они без покрытия soft touch. Я думала, это сотейник, а оказывается, эта сковорода называется кассероль. Диаметр 24 сантиметра. Цена 780 рублей. Производство России. Давайте посмотрим с обратной стороны. Вот такое дно.
И для каких плит подходит? Газовая, электрическая, стекло, керамическая. И подходит для посудомоечной машины, но для индукции не подходит. И еще одна новинка – сковорода блинная от китайского производителя. Называется сковорода Decoretto. Диаметр 22 сантиметра. Она из листового алюминия с антипригарным покрытием. Ручка бакелитовая, без покрытия софт-тач. Но это неплохое качество, мне кажется, и цена замечательная. В прошлом выпуске я вам показывала такие салатники. 17 сантиметров в диаметре, 510 миллилитров объем. Вот раньше показывал два цвета, вот появились еще и в синем цвете. Огромное количество посуды из опалового стекла. Но новинок, мне кажется, я не нашла. Все это я показывала ранее. А вот и новиночка. Какая шикарная посуда. Это набор посуды. Здесь 18 предметов. 6 тарелочек столовых 27 сантиметров в диаметре, 6 тарелочек десертных 21 сантиметр в диаметре и 6 салатников. Смотрите, какая прелесть. Вот, кстати, есть в открытом виде. Состав керамика, причем такая толстостенная, тяжелые эти тарелочки. Это прямо такой современный стильный вариант. Очень красиво. В маяке магазине есть в сером цвете и есть в бирюзовом цвете. В светофоре тоже, кстати, эти наборы есть за такую же примерно цену. Красота. Цена 2220 рублей. И вот я нашла третий цвет, голубой. Ой, какая красота. Друзья, в обзоре покупок последнем я показывала вам вот такие формы. И посмотрите цены. Вот такая стоит 206 рублей, здесь 1,6 литров объем. А вот такая она побольше, здесь 2,1 литра объем, и ее цена 320 рублей. А я покупала за 230, по-моему. Это было год назад. Сейчас предлагаю вам посмотреть, какие новинки есть в игрушках. Я обзором показываю, что новое будет, расскажу. Вот целый ряд детских игрушек. И еще в углу есть там книжки, какие-то мелкие игрушки. В светофоре я не раз вам показывала набор двухсторонних маркеров. Вот они появились и в маяке. 48 маркеров за 430 рублей. Открыть, к сожалению, упаковку нельзя. Ну, вот такие маркеры. Но я слышала хорошие отзывы об этих маркерах. Вот новая игрушка появилась от компании Азбукварик. Это китайское производство. Это танцующий колобок. Он танцует и двигает ручками. Посмотрите, вот поближе покажу. Знает 35 песенок, мелодий, звуков и фраз. Также знает 3 сказки, рассказывает. Огоньки мигают. Есть веселые песенки, танцевальные мелодии, смешные звуки и обучающие песенки. Алфавит, веселый счет, формы, цвета и противоположности. Вот такая игрушка, многофункциональная. Развивает музыкальные способности, коммуникативные способности, эмоциональное восприятие, зрительное восприятие и двигательную активность. К сожалению, не могу найти для какого возраста. Я думаю, для самых маленьких деток. Цена такого колобочка. Нашла возраст старше 3 лет. Такой же есть мультипианино. Знает песенки Владимира Шаинского и песенки друзей. Цена 270 рублей. Здесь 15 песенок, мелодий и звуков. Можно даже сыграть самому 5 мелодий. Огонек мигает. Музыкальный смартфончик за 133 рубля. Здесь 10 песенок и мелодий. Можно даже скачать караоке. Микрофон караоке с мультяшками за 245 рублей. Здесь 12 веселых песенок. Можно скачать 15 потешек и караоке. Из этой же серии мультиплеер нового формата за 270 рублей. 20 песенок потешек. Здесь также можно играть в ладушки. Прикоснись, и Мишутка споет песенку. 21 музыкальная картинка. Кукла-бокс ангел в вечернем платье с аксессуарами. Потому что здесь два платьишки и разные аксессуары еще есть. Вижу сумочка, туфельки. 173 рубля, высота 32 сантиметра. Есть разные платьишки, можно выбрать. Вот новиночка, машинка металлическая, большие колеса, вездеход. Здесь открываются двери. Это инерционная машинка.
Видите, она уже едет. Цена 170 рублей. Есть разные цвета. Друзья, как всегда, очень много трикотажа в магазине «Маяк». Качество хорошее, в основном Узбекистан. Качество изумительное, цены очень дешевые. И вот появились в продаже брюки трикотажные. Есть мужские, есть женские. Цена одинаковая, 455 рублей. Производство Узбекистан. 80% хлопок и 20% полиэстер. Это немножко другие, чем я покупала. Здесь, конечно, не 100% хлопок, есть синтетик, и она вот внутри здесь ощущается. А снаружи очень хорошее качество, прям на ощупь чистый хлопок. Есть кармашки, есть вот такие шнурочки, причем они действующие. Вот такая резинка. И внизу тоже резинка. Раньше была не такая, конечно, резинка, но тем не менее, это все-таки неплохое качество, я считаю. Есть мужские и женские, разные размеры, разные расцветки. Да, вот такие же точно я себе брюки купила и свитер релакс. У меня белая надпись была. Немножко вот дизайн поменялся. И не 100% хлопок. Я еще успела купить 100% хлопок за такую же цену. Вот посмотрите, цвета разные. Здесь в прошлый раз эти брюки очень быстро разобрали. В продаже опять появились матрасы. Они одна односпальную кровать 80 на 200 сантиметров. Цена вот такая. Внутри поролон, чувствую. Состав, к сожалению, не нашла, но они российского производства, я четко это помню. Есть разные расцветки. На этом выпуск, посвященный хозяйственным и промышленным товарам из магазина «Маяк», я заканчиваю. Я показала вам основные новинки. Все показать, как всегда говорю, невозможно. А завтра будет выпуск, посвященный новинкам в продуктах. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал «Экономь с нами». Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого будет красная кнопка «Подписаться». Нажимаете на нее, и с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.